Вы на канале Katie's Gamesys. Всем приветики, ребятки! Вы на канале Katie's Gamesys, и мы сегодня с вами, с тобой, продолжаем выходить в супермаркет симулятор. Давно у нас его с тобой не было. Давай, наконец-то, вспомним, что тут у нас и как. Я тут стою уже, наверное, минутку или две. Господи. А у меня до сих пор клиентов нет. Я не поняла, почему. Типа, я все давно в магазине открывала, ко мне никто не приходит, да? Все, все забыли, что здесь есть магазин, что он работает. Что это под ногами мешается? Колы мешаются. А, у нас тут дохренища колы, кстати говоря. О, люди, здравствуйте, спасибо, что пришли. Спасибо, что не променяли меня на кого-то. Не знаю, на кого. А, так. Чего ты только за пастой пришел, и ее нет? Как так? Погоди, как так? Как так? Как так? Как так? А где она вообще должна быть? Я не помню. Это большая паста. А у меня нет такой пасты. У меня нет красной... Да ё-моё. У меня нет красной пасты. Красная паста, кофе, рис. Ну давай, паста, кофе, рис. Давай. Паста, кофе, рис. Рис. Окей. Заказываем. Идем обратно. Все вот это вот расставляем, выставляем наш басмати рис. Так. Что мне там мешается? Опять чуть мешается. Да, и тишь пассатижи. Блин, от наушников микрофон цепляется за мышку и все. И что-то с ним не делает, цепляется один хрен. Так, идем несем сюда. У нас тут есть рис вообще или нет? У нас есть мука. А риса я не вижу. У нас есть два спагетти. А, вот есть рис. Вот он рис. Нет? Чё? Кофе? А? Что-то я запуталась. Я же рис складывала. Я сложила или нет? А, это чай, ё-моё. Вот это я, конечно, тормоз. Блин, подожди, у нас все тут полное. Придется обратно бежать. Мне вообще-то... А чё, у нас вечер, что ли? Я понять не могу. Кофе. Здравствуй. Где? Я потеряла кофе! А, он обратно встал. Нормально. А у нас что, вечер, я так понимаю, да? Я что-то не помню, на чем мы остановились с тобой. Что-то там людей дохренища. Ни хренища нет. Там кто-то ушел, сказал, оливкового масла нет. Вот это, конечно, плохо. Это очень-очень плохо. У нас тут и пасты нет, и оливкового масла нет. У нас что-то вообще ни хрена нет. Я что-то вообще не помню, что мы с тобой в прошлый раз делали-то. Почему у нас ничего нет? Мы вроде как специально закупались. А, нет, мы расширились, мы не закупались. Точно, мы расширились. Я сказала, что мы с тобой в следующей серии закупимся. Вот мы с тобой, собственно, закупаемся. Закупаемся. А так у нас ни хрена получается нет. А можно свет, пожалуйста? Спасибо. Хлеб, мука, арахисовая паста, масла. Ё-моё. Ну, давай. Давай, хлеб, арахисовое масло. А мука какая? А мука, наверное, вот это, да? Ладно, давай вот это еще купим. Нет, вот это вот так. Что я сделала? Оливковое масло. Что нам еще надо было? Соль давай одну купим. Еще давай молоко два купим. И купим. Обычное масло. Где у нас обычное масло? Дайте мне обычное масло, спасибо. Максимально? Что значит максимально? В смысле максимально? Чё-то я не поняла. А почему максимально? А в смысле? А как так? А я так не играю. А как я? Как я так буду продавать, если у меня максимально тут стоит? Максимально в смысле я купила. Да, по одной будем выкладывать. У нас что-то вообще, смотри, в холодосах все закончилось. Здесь все закончилось. Что это такое-то? Я понять не могу. Что-то все позаканчивалось, у нас кассы заполнены, все позаканчивалось, вообще ни хренашеньки нет. Ребятки, ну сорян, ну стойте в кассах, я ничего сделать вам не могу. У меня тут товара вообще, посмотрите сколько, это кошмар какой-то. И мука, и не мука, и все тут, я не могу стоять еще с вами на кассе. У меня есть кассир, вот стойте с ним, он хороший, он медленный, но он хороший, наверное. Вроде как пока не обманывал меня. А, где у нас есть... О, у нас, кстати, сливки есть. И молоко у нас было. Ну ладно. А, о! Капец. Две коробки, прикинь. Две коробки есть, а мы еще купили. Вот я балда. А ты мне даже ничего не сказал.
А вот ты мне даже ничего не сказал. А мог бы, между прочим, сказать: Катя, у тебя там есть, ты чё? Ты чё, дурочка? Я бы не покупала. Ну хорошо, что хоть сливки купила одни. Капец у нас тут вообще. Раз свое масло не нашел, в смысле оно там стоит? Ты чё, болван? Ты чё, дурачок? Он уже там стоит. Вон там оно прям стоит. А ты говоришь, не нашел. Ставим. Ага, все. Оливковое, да, вон оливковое масло, вернись, возьми. Так, пойдем посмотрим, что у нас есть. Сыр, молоко, яйца, вода. Давай вот так. Сыр, молоко, яйца, вода. Есть у нас что-нибудь здесь или нет? Кстати говоря. Заметила случайно. Сыр, молоко, яйца, вода. Сыр, молоко, яйца, вода. Выкинь! Сыр, молоко, яйца, вода. Сыр, молоко, яйца, вода. Яйца вижу. Яйца нашла. Чё, два всего, что ли? А как это так, два? Там тоже, по-моему, два осталось, ну да. Тут тоже только два осталось. Вау, сколько яиц. Сыр, давай сыр вот здесь. Ладно, сыра хоть чуть побольше, по-моему. Сыр, да, три штуки. Ой, господи. Сыр, молоко есть? Молоко есть все такое. Сейчас давай, давай сейчас с тобой молоко мы с тобой поставим. И пойдем дальше. И завтра мы начнем новый день. Я не знаю, что мы с тобой будем делать. У нас, в принципе, доход есть. У нас прибыль плюс... Общая прибыль минус 800, конечно, но так плюс 700. Нарезанный хлеб, вода, сок. Ага. Хлеб. Ни хрена себе. Хлеб, вода и сок. Вода. А какой сок? Так, подожди, давай за три. Давай за три. Нормально. Всего небольшая наценка. И сок. А сока у нас никакого нет, поэтому давай мы откроем магазин. Мы с тобой возьмем сок. Где сок? Вот он, сок. Мы с тобой возьмем сок и тот сок, потому что без и того сока у нас скипнутся этикетки. И мы не сможем нормально выставить цену. Вот, сок. Вот он, сок. Вот он, сок. И один единственный, по-моему, осталось или парочку. А, ну не, нормально было. Нормально. Окей. Теперь давай, сок на какой цена? 3,17? 3,13. Видимо, на апельсиновый, да? 3,17, ну я считаю, нормальная цена. А, упала наоборот, да? Ну давай, 3. Давай тогда 3. Да ё-моё, что ты мне все не выветываешь? 3? Ну 3. Да ё-моё. Ты стебешься или как? Я в минус ухожу, подожди. Ты не мешай мне, пожалуйста, игра. 3,85. Чуть не хочет она мне выставлять нормально. Так, что мы с тобой будем делать? Пойдем. Пойдем искать молоко, воду. Пойдем искать на складе молоко и воду. В принципе, сок можно выставить. Да выставлять. Какой у нас вообще сегодня с тобой будет план? Давай сделаем план, да? А, план, я хрен его знает, какой будет. Потому что я не знаю, что делать. Сейчас тебе скажу, я не знаю, что делать. А, так молока и соков нет. Окей. Давай тогда вот так. Вода, сыр. Вода, сыр, молоко, яйца. Вода, сыр. Сыр. Вода, яйца и молоко. Мы купили. Минус 1 СП, а тут плюс 16 СП. Это что такое? Почему минус 1 было СП? Что-то они нашли, они что ли? А, блин, а воды-то мне больше надо? У меня тут холодос-то большой. Воды мне надо 3 примерно. Так, сейчас, главное все выставить. Все выставить, а потом уже довыставлять. Это опять сыр. Где яйца? Вот это яйца. Стопудовые яйца. Что там, сок для вас, дорогой, ребятки? Что-то я не поняла. Сок дорогой? Могу уменьшить цену. Хотя, идите в баню. Идите в баню, цена нормальная. Блин, не туда. Цена меня устраивает, цена нормальная, все хорошо. Что-то не нравится, идите ищите дешевле. Ага, молоко. Молоко. Возьми оттуда, чувак, я там случайно выставила. Я не хотела, случайно выставила. Яички. Яички. Полон дисплей. Туда закрой, вот здесь оставь. Я не буду одно яйцо уносить туда. Это бред.
Я потом про него забуду, и оно будет мне мешаться всю жизнь оставшуюся. Ага. Вода, все. Вода есть. Вода выставлена. Сыр и яйца выставлены. Господи, вы капец сыр разбираете, ребята. Ребята, что ж... Да ё-моё, что ж такое? Как вы так быстро можете? Что мы с тобой сделаем? Может, давай мы с тобой куп... Да. Соль и молоко. Соль у нас тут была, давай соль выставим. Блин, я не успеваю. Я не успеваю, мне нужен кладовщик, что ли? Давай посмотрим, сколько у нас с тобой будет стоить кладовщик. Сколько будет стоить кладовщик? Так, смотри, кладовщик, хотел сказать. Соль, подсолнечное и молоко 6. Соль. Где соль? Соль. Подсолнечное, молоко 6. Подсолнечное вот здесь вот. Подсолнечное вот здесь вот. Смотри, покупаем. Покупаем. По-моему, я не то количество купила. Или то. Вроде то, ладно. Вот здесь вот выставляем. Ага. Ага, ага, ага. Надо, наверное, смотреть, что больше всего берут. И того покупать больше, делать, я не знаю, еще стеллажи. Но я пока не знаю, как это оформить. Что там вам не топить? Что вам там дорого? Сок дорогой? Ну, давайте уменьшу цену. Что-то его никто брать, по-моему, не хочет. Он как стоял, две упаковки так и стоит. Ага, все. И соль получается опять лишняя. Ну ладно, хорошо. Соль опять лишняя, как всегда. Ничего нового, как всегда. Сок вам дорогой, да? Или что? Ну 3,85 это ж нормально. Давай 3,75. Давай так. Ну а это что? Ну это тоже нормально. Это тоже... Ёксель, моксель, рыбакит. Вы что сметаете все? Мука, кофе... Чоки-пики есть, чоки-пики есть, чоки-пики есть, чоки-пики есть, чоки-пики помню. Мука, кофе, касса заполнена. Ну, что ж я вам сделаю? У меня товары, я не могу. Я не могу. Давайте, так, мука, кофе. Давайте вот так, мука, кофе. Мука, кофе, чтобы не забывать, чтобы все сделать, мука и кофе. Блин, а как мне купить эти-то... Как мне купить какие-то товары, лицензию на товары, если у меня нет времени на это? Что делать? Спасите. Нужен кладовщик. С ним будет проще немножечко, но мне кажется, не сильно. Потому что все равно склад-то надо заполнять. Со складом надо что-то... Ёптыть. Со складом надо что-то делать. Без этого мы далеко не уедем. Ага. Чего ты там опять не нашел? Ё-моё, вы что-то ищете вообще непонятное и потом не находите. Спагетти, чоки-пики, арахисовая паста. А, там есть она. Давайте вот так. Арахисовая паста тут есть. Тут есть арахисовая паста. Вот она. Тут есть арахисовая паста. И там есть, по-моему, сливки. Блин, пойдемте глянем, сколько стоит... Кладовщик. Сколько стоит кладовщик? Мне срочно нужен кладовщик. Мне без кладовщика никуда. Где кладовщик? Дайте мне, пожалуйста, кладовщика. Лицензия на товар 550. Отлично, мы сейчас ее купим. Мы оплатим все счета, потому что у нас они чуть поднакопились. Раздел. Раздел мы покупать не будем. Найм. Кладовщик, давай. Пожар. Какой-то пожар у него там. Давайте лицензию на товар. Я потратила все бабки. Кладовщик, давай носи. Я ничего не знаю, давай носи. О, мало... О, ты же что-то понес, что-то большое понес. И что ты выставляешь? А куда ты выставляешь, балда? Там же не для колы место. Ну ладно. Ладно, давайте откроем кассу. Пусть все сюда встают. Потому что... Капец у вас тут, ребята. Капец у вас тут много стало, вы чё? Резко все понабежали. Ты видел, да? Все, короче, ко мне хотели. Все резко ко мне понабежали. Даже без дачи собрали. Лишь бы, короче, я это... Лишь бы я их обслужила. 62,85. Кобздец, кобздец. Вот вы, ребята, даете. 20,85. Вот это вы, конечно, вот это вы мощь. 14,90. И все, смотри-ка, блин, бездача. Вот это только падла дала без сдачи. Вот я так и знала, сейчас скажу про бездачу. И он тут же придет. Хорошо. Хорошо.
Давай. О, ё-моё, вот это ты, конечно, прям король, ё-моё. Вот 87-55. Вот это ты, молодчик, вот это ты даешь. Ну, давай. Давай, 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 давай бабки. 4, раз, два, три, 4, давай бабки, говорю. Ой, подожди, куда я? 15, 6, 15. Все, давай, закрывай кассу, это нормально поработает. Все, 9 вечера, заказывать мы ничего не можем, очень печальненько. А, что мы сделаем? Сейчас мы с тобой посмотрим, что у нас там вообще открылось. Давай глянем, пока он там обслуживает всех. А он уже закончил, да? По закону подлости. У нас есть конфеты, у нас есть пирог-пирог, злаки, опять есть шоколадная плитка и йогурт. Отлично, отлично, мне нравится. Йогурт, скорее всего, в холодильник, да, надо будет ставить? Ну, ничего, неплохо, мне нравится. Мне все нравится, меня все устраивает, давай. Давай, еще один день. О, 822. Оливковое масло и конфеты. Ну, конфеты у нас пока нет такого, поэтому оливковое масло. К нам зашел человек. А, это, блин. Я уж хотела удивиться. Оливковое масло 7,15... Блин, давай 7,85. Оливковое масло это очень хорошо, это очень выгодно, поэтому давайте покупать, ничего не знаю. Заказываем, заказываем, давай заказываем, давай заказываем. Что мы заказываем? Мы заказываем колу, красную колу, 7-Up и соки. Окей, окей, окей. Соки. Сода вот это и сода вот это. Отлично. Отсюда мы еще заказываем вот это, вот это. Блин, нет. Нет, давай пока мы уберем пирог. Давай мы вот это выставим, а потом купим лучше стеллажи для этих пирогов, потому что пироги это, конечно, хорошо, но у нас нет для них места. У нас нет для них места. Поэтому давай... Фак, а как быть? А он может с улицы их таскать или нет? Или он только с этого, со склада таскает? Ну, просто плохо. Я надеялась, что он может с улицы умеет. Ну ладно, он соки хотя бы сейчас выставит. Ну давай выставляй тогда, я тебе тут все поэтовую. Я тебе все повыставляю, а ты туда тащи. Вон, а. Ой, умный хозяин, пошла повыставляю. А почему нет услуги, я не знаю, дотащить до склада? Ну это как-то странно. Типа хозяин один хрен что-то доделает. Что-то делать да надо. Так, кола. Красная. Это белое. Окей, ладно. Тащи все. Ничего не знаю, тащи. Я заказываю, ты тащишь. Так, давай со стеллажами подумаем что-нибудь. Давай подумаем что-нибудь со стеллажами. Смотри, у нас есть чоки-пики. У нас есть мука. Нам надо как-то ее вместе соединить, да? Допустим, вот это вот, вот эти сливки, их можно вместе... Это же сливки, это сахарная пудра, да? Она выпечка. Да пофигу. В смысле, дорого. 7,50... Ну, давай 7,20. Давай 7,15, ладно, так. 7,15 всего. Давай небольшая наценка. Небольшая наценка. Ты за рисом? Иди за рисом. Скидка, скидка, иди за рисом. Не, падла, не хочет за рисом. Не хочет скотобас за рисом. Окей, давай мы с тобой расставим все. Давай мы с тобой расставим, расставим, расставим. Я не знаю, как. Хрен его знает вообще. Мы купим светильники и мы купим полочку. Мы купим полочку. И все. Но пока что все. Вот пока что у нас полочка стояла прямо на светильниках. Что где поставим? Давай поставим ее прямо вот здесь вот. Вот так. В принципе, неплохо. В принципе, мне все нравится. Кассы заполнены. Да ничего страшного, подождешь. Ничего страшного, подождешь. Вот это наш чувачок явно не сможет расставить все сам. Где у нас нет света? У нас нет света вот здесь вот, да? Ну, прям вот так вот надо выставить, да? И прям вот здесь вот надо выставить. И прям вот здесь вот. Вот так вот как-нибудь. Я не знаю. А-а-а! Он еще и все эти убрал! А я как без них буду? Ты чё? Ты чё? Я же забыла! А, это новый. А-а-а! Это новый стеллаж. Я уже паниковать начала, что все раскупили. Окей, давайте так. Паста. Давайте чоки-пики купим и злаки. Ну и пасту давайте купим. Имею в виду злаки новые, вот эти вот, которые. Вот они, злаки. Пас. Подожди. Не паста, чоки-пики. Чоки-пики. И что я сказала, там нету? Муки, по-моему, нет. Ладно. Один хрен понадобится. Один хрен понадобится. Давай вместе с ним повыставляем. Блин.
падла, не то купила. Паста нужна, я же сказала паста. Сказать сказала и забыла, да? Это, конечно, гениально. Это, конечно, гениально было. Паста. Ёптыть, еще и две купила. Гениально, Катя, гениально. Так, давай злаки тогда поставим, я не знаю, где-то... Ну вот здесь вот пусть будут отдельно. Может, мы с ними... Может, это у нас типа будет как уголок с завтраками. То есть вот тут вот злаки, допустим, ниже будет хлеб стоять. Мы хлеб сюда переставим, допустим, да? Хорошая же идея. Может быть там... О, криспи-чиби какие-то. Прикольно, прикольно. Ать-ать-ать, 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 ать-ать-ать. Цены-то нет, цены нет. 5,62. 5,95. Не смей брать. Чуки-пики бери. Теперь эти бери. Он капец чуки... Капец, три пачки чуки-пика взял. А почему они дешевле? Я думала, у нас будут товары дороже появляться, а у нас что-то они дешевле появляются. Так, нам нужна паста. Паста, давайте потом все остальное. Давайте пасту купим. Паста, 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 паста. А, давайте вот это купим. Конфеты. Паста. Паста. Смотри-ка, идеально, три пасты. Нормально пойдет, случайно рука дрогнула. Пойдет, мы этому чувачку там поставим на складе, пусть он их таскает. Вот, мы сейчас одну прям поставим, ну, пусть здесь стоит, хрено знает. Вот, и вторую мы выставим, вернее, не вторую, а как остальные мы выставим сюда. Сейчас он их, скорее всего, выставлять пойдет, да? Или нет? Ты их пошел выставлять или нет? Нет, не их. Ладно, нормально. Ага, 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 ага. Такс, вот так вот. Конфеты. О, это похоже на мои любимые зубки. Конфеты у нас с тобой будут стоять вот здесь вот. Пусть они стоят прям вот так вот перед лицом. Блин, перед лицом детей же надо было, ну ладно. Детей у нас тут нет, сделаем вид, что это и есть лицо детей. А, поставим их вот так вот. Так, сливки, сливки, сливки. Эти пусть стоят вот здесь вот где-нибудь. Сахарная пудра. А я не знаю, где их ставить. А я хрен его знает. Большое молоко закончилось. Сахарная пудра. Так, подожди, сливки? Сливки и большое молоко. Давай закупаем. Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, не надо. Сливки? Сливки и большое молоко. И большое молоко. Я знаю, что это сахарная пудра для тех, кто будет кричать мне: Катя, ты тупая, я не тупая, я просто, мне так больше нравится. Я имею на это право. Полнейшее право имею на то... На вот это все. Называть вещи... Да, запуталась. Называть вещи другими именами. Это мой канал, это мои видео. Я хочу, я делаю. И не волнует меня вообще никак. Я вот хочу в дверь врезать. Хочу в дверь три раза врезаться. Врежусь, вообще не волнует. Хотите вы это видеть или нет? Ну, вернее, как волнует, конечно, но это... Хочу, делаю, понятно? А, так, куда мы их поставим? Это как бы сахарная пудра, ее надо туда, где готовят. Ну, давай вот сюда, давайте вот сюда переставим. Пусть сахарная пудра у нас будет здесь. Я хрен его знает, если честно. Перестановка это все... Так, чуть в дверь не врезалась. Перестановка это вообще очень хорошо, и это надо делать. Но еще бы понимать, как это лучше сделать. Иной раз думаешь, думаешь, а как сделать, не понимаешь. А как лучше сделать, не понимаешь. Молоко, молоко... Да пусть здесь стоит, пофигу. Молоко, молоко... Это кексик. Смотрите, это кексик. У нас есть кексик. Давайте кексик. Ставим сразу на него цену. 2,10, пусть тогда будет 2,35. Вот, нормально. Наценка небольшая, но и пофигу. Мы тут не разбогатеть пытаемся. Мы пытаемся, в принципе, бизнес наш построить. Ну, в принципе, разбогатеть как бы тоже, ладно. Кого я обманываю? Кого я обманываю? Опять кексик, но для того, чтобы кексик поставить, мне надо, чтобы у меня купили всю муку. Это печально. А еще у нас что там стоит? Еще один кексик, да? Еще опять такой же кексик. Это печально. Я не хочу ставить кексик внизу. Мне кажется, он идеально стоит сверху. Ой, 9 вечера. Я не успею ничего купить. Печально. Блин, печально. А у меня, в принципе, все есть, да? Ну, в принципе, да. Нам сейчас главное... Ладно, давайте вот этот выставим. Пофигу.
Пусть стоит так. 4,20, давай тогда 4,90 вот так поставим. Нормально. Хороший доход. Хороший доход меня все устраивает. Вот, у нас возле кассы, как бы логично, да, ты приходишь на кассу, и там стоят обязательно всякие вкусняшки. Вот обязательно прям стоят всякие вкусняшки. Вот поэтому мы их ставим возле касс, чтобы люди такие подошли к кассам и такие: о, вкусняхи, и взяли их. Понятно, да? Понятно тебе, зачем мы это делаем? Ага, хлебушек у нас с тобой переедет вот сюда. Сколько там времени? 25 минут? Давай еще один день, давай еще один день. Пирог не нашел, да вон пирог, давай еще один день. Мне так нравится, мне так нравится, не знаю, как тебе, но мне очень нравится. Бутилированная вода и йогурт. У нас, кстати, йогурт еще не куплен, точно. Бутилированная вода. А нормальная цена. Йогурт, а, по-моему, упала. Она, по-моему, упала, а не выросла. Ну, конечно, два... Ну, давайте 2,60 пусть будет. 2,60. Вроде небольшая наценка. Так, нам надо йогурт поставить. Эта падла поставила там соки зачем-то и вот эти штуки. Зачем, я что-то вообще не понимаю. Так, давайте мы возьмем красную колу. У нас есть красная кола? Вот она. Давайте мы ее возьмем и поставим вот здесь вот. Она должна стоять здесь. Тот холодос не для колы. Он, типа, я так понимаю, свободными этими занимает любые полки. То есть ему вообще без разницы, что занимать, что нет. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть еще шоколадная плитка. И у нас есть еще йогурт. То есть у нас, в принципе, много всего. Еще у нас, кстати, злаки заканчиваются. И мы их купим. Прямо сейчас мы их возьмем и купим. Вот так прям взяли и купили, прикинь, да? Прикинь, да, какие мы крутые перцы, ё-моё. Взяли и купили, сказали, сделали. У-ху! Побежали. Побежали складывать куда-нибудь, куда-нибудь, куда-нибудь. Вот это что такое? То же самое. Складываем куда-нибудь, куда-нибудь, куда-нибудь. Вот сюда, вот сюда. Ты... Ё-моё. Ты иди вон туда. Эй, куда? Вон туда. А ты иди вот сюда. А ты иди... Ну, вот сюда иди. Пусть он все это расставляет. Без этого он не умеет. Йогурт. Что ты мне скажешь насчет йогурта? А, на фридж. Понятно, фридж. Только во фридж, больше никак. А я могу как-нибудь их, допустим, взять? Никак не могу, да? Но если, допустим, я его уберу, а он останется, да, по-любасу? И люди еще из него брать все будут, прикинь, да? Окей. Бутилированная вода. Блин, тут я хочу, чтобы этот холодильник остался водой. Вот пусть он будет водой. Яйца, сыр. Яйца, сыр, молоко. Яйца. Где тут яйца? Яйца. Давай 3-4. Сыр. И молоко. А, максимально, максимально. Ладно. Ладно, раз максимально, то нормально. Нормально, все хорошо. Молоко сейчас выставим, и все. Молоко сейчас выставим и остаток уберем. А, погоди. У нас же он еще молоко. Сейчас выставим и остаток уберем. А давай сразу уберем, пусть он сам выставляет. Прям делать мне нехрен, ходить тут все расставлять, ага. Нашли тут дурочку. Сейчас вот это все повыставляем и все. А он пусть дальше ходит, сам все это расставляет. Фу. Делать мне нечего. Я это просто выставлю, чтобы он никуда это в обратное место не поставил, ну в смысле куда не надо. Пусть оно все стоит где надо, а где не надо не стоит. Мне это совершенно не нравится. У меня тут свой порядок, свой порядок. А он устанавливает свой. Мне это не нравится. Блин, погоди, шоколадки. Ну давай тогда шоколадки вот сюда установим. Тогда пусть шоколадки будут здесь. Или нет? Блин, по-моему, я сделала глупость. У нас же только шоколадки и зубы, да? По-моему, да. Ну ладно, печально, однако. Сырок. Все вместе, давайте. Яички. Не-не-не-не-не-не-не-не. Яички. Это что? Это опять яички. Это что? Это шоколадка. Там муку никто не берет. Может, на нее цену снизить, блин? Йогурт. Йогурт. Давай сюда. Давай сюда. А ты что? А ты яички. Опять яички? Чего так много яичек? А, я не выставила, да? Да, я не все выставила. Ну ладно. Так, давайте вот на эту муку снизим цену, что ее никто не берет. 2,85. Ну давай 3,00. Пусть будет 3 ровно. Ничего страшного. Главное, чтобы брали.
А то что это такое? Блин, ну мне бы вот это вот все поменять. Чистая этикетка, нести, держать. Блин. Блин. И что делать? Забирай всю колу, баба. Забирай. Забери всю колу. Что? Нарезанный хлеб? Так это не нарезанный хлеб. Это шоколадка. В смысле, она для вас слишком дорогая? Вы офигели? Она по цене нарезанного хлеба продается, а вы говорите, слишком дорого. А тут нет нарезанного хлеба. Кстати говоря, у нас он закончился. Давайте чоки-пики и нарезанный хлеб. Вот так. Вот так, вот так уберем и вот так купим. А, может быть, давай мы... Вау! Пизанская башня упала. Может быть, давай мы с тобой, знаешь, что сделаем? А, купим еще лицензию? Или лучше склад увеличить? Мне вот нравятся новые товары. Мне нравятся новые товары, мне интересно так смотреть, короче, что есть... Да, блин, опять я хлеб не туда поставила. Мне нравится смотреть, что есть интересного, что есть нового, что добавили, там, ну, не добавили, а что, в принципе, есть. Не знаю, получше, чем просто так бегать, все расставлять и увеличивать. Ну, почему-то, я не знаю, мне почему-то вот именно так нравится. Не знаю, как тебе. Так, чоки-пики закрываем. Чоки-пики закрываем, ставим сюда. Это что? Это опять чуки-пики. Сколько тут чука-пиков? Сколько тут хлеба, ё-моё! А, точно, я же заказала только хлеб и чуки-пики. Чему я удивляюсь? Почему я этому удивляюсь? Ставь. Ага, так. Так. Конфет. Конфеты вообще разбирают, смотри-ка. Разлетаются, как горячие пирожки. А, давай тогда, знаешь, что мы с тобой сделаем? Конфет надо было, наверное, выставить, может, сюда. Касса заполнена. Да ничего страшного, подождешь. Ничего страшного, подождешь. Масло. Масла нам надо. Масла нужны. Сок. Что там с соком? Ты почему никто не берет? 3,45 давайте. Что-то вообще никто не берет. 3,80. Давай так же. Давай 3,45. Тоже 3,45. Масла. 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 Мы это мне вот сюда же. Масла. 5 купила. 1, 2, 3, 4. Вот это 5-е уберем. Закажем. Нормально. 998. На какой товар я цену не назначила? Где? Где? Какой? А где товар-то? Вот на это я... В смысле? Все берут так, что ли? В смысле им дорого, они... А подожди, я же назначала цены на конфеты, а я-то думаю, человек все берут, а я себе в убыток работаю. Весело, конечно. Давайте 3,34. Погоди, она ходит тут рядом, хочет взять. Давай 3,70. Вот так. Бери. А что ты тут ходишь? Я думала, она хочет конфеты взять, но что-то ходит. Что-то странно, котютка, может, она украсть у меня все хочет. Подождите, где мое масло? Я его в торопях кинула. Я вообще, короче, испугалась. Ё-моё. Страшно было. Когда тебе говорят, ты продаешь товар по другой цене. Прям так обосратушки. Как в хорроре. Прям как хоррор. Реально, прям вот тебе говорю, прям как хоррор. Какой товар? Где? Так нельзя. Ага, нормально. Эх, а зачем я вообще... А, точно, я же... Ну, можно до конца не довыставлять. Можно до конца не выставлять, можно просто ставить, а потом идти ему это, передавать в его бразды правления. В смысле, для не... Как ему бразды правления передавать, вы ему бразды правления передавать. Ага. И это оливковое. По-моему, там максимум 2 коробки. А, нет, 3 коробки. Нормально. Это хорошо. Йогурт. Меня интересует йогурт, ребята. Мне надо куда-то поставить йогурт. А куда его поставить, я хрен его знает. Потому что вообще-то я бы поставила лучше... Я не знаю прям, куда я поставила бы лучше. Давайте посмотрим мы с вами, сколько у нас будет стоить расширение. Вот давай чисто теоретически, нам нужно расширение, нам нужна лицензия на товар, нужна по любасу. Но нам лучше, наверное, расширить. А почему у меня 2 счета? Я что, за вчера не оплатила, что ли? Развитие. Раздел 2600 стоит, охренеть как дорого.
Прям очень дорого. А склад? Раздел 2 склад. Давай склад купим тогда. Вот склад нам нужен. Склад определенно нужен. Давай посмотрим, как он расширился. И где? А, вон. Я даже не заметил. Давай вот сюда переставим. Опа. Опачки. Так, сюда нам тоже нужен, получается, свет в конце туннеля. Пойдет. Нам сюда тоже нужен свет, и там нам нужен свет. Везде нам нужен свет, везде нам все надо. Блин, как интересно становится. Слушай, все ходишь. О, конфеты закончились. Все ходишь, короче, расставляешь. Все заканчивается. Ну, прикольно, мне нравится. Прикольно становится. Давай тогда йогу тут здесь выставим с водой. Ладно, пофиг. Пусть здесь стоит пока что. Потому что без йогурта вообще тоже как-то так себе. Все его хотят. Все говорят, где йогурт, а я его выставить не могу. Ну, пусть будет 2,65. 2,65 пусть будет. Вот, все его хотят, а я его выставить не могу. Ну, давай напоследок мы с тобой откроем кассу и станем сюда. Ребята, заходите. Блин, они все уже там стоят. Все уже поздно. Чего ты там не можешь выставить, мужчина? Чего вы там оба ходите? Блин, ну не говорите, что вы оба зависли. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, не говори такое, а? А если он завис чисто теоретически, он вот эту коробку потеряет с чуки-пиками или нет? А зачем ты вообще коробку с чуки-пиками взял? Там все полное. Ну, два не хватало, ну и ладно, ты стоишь вообще рядом с другой. Чему, места, что ли, мало? Блин, видимо, людям места мало. По всей видимости, да. Давайте сюда подвинем. Вот так. Что-то им как-то там места, что ли, мало реально. Они что-то там все вместе стоят. Ничего сделать не могут. Опа. Блин. Криво. Ладно, не видно. Не видно. Мой перфекционистический взгляд это видит. Это плохо. Ну ладно, давайте завершим. Этот мужик что-то не идет никуда. Товары считаются дорогими 10. Товары не найдут. Нам вот это, по-моему, минус дают конкретный вообще. На обновление, аренда, счета, минус 260. О, спагетти, давайте... Ты еще здесь. Ладно, я надеюсь, я перезайду, и ты исправишься, чувак. Я надеюсь, я перезайду, и ты исправишься. 0,5. Пусть будет 0,5. А, нет, 95. Не, может, туда 15 спокойно устанавливать. Вот, давай мы с тобой откроем. И чтобы в следующей серии уже все было открыто, все было готово. О, 38 минут, ничего себе. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, пиши комментарий, скидывай его своим друзьям, кто нам тоже понравится. А также подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, видео, стримы. Ну и всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч в этой и других игрушечках. Всем пока-пока!